Снова здорово. Так что мы имеем? Ситуация так себе. Нас посадили в тюрьму. Мы поиздевались тут над некоторыми охранниками. Некоторые нас отметили в ответ. Заперли двух охранников. И по нифиг там фигню мается. Ты чисти, нет, ты чисти. Ты чисти, нет, ты чисти. В общем, оба теперь чистят. Да, ну уже все, уже и там никто ничего не чистит. Да, ночью произошла какая-то фигня. А теперь все бегают зараженные. Нормальных людей мы ни одного не встречали. Каким образом это нас обошло, понятия не имею. Я честно не знаю, почему нас это не затронуло. Мы какие-то особенные, что ли? По-моему, да, мы какие-то особенные. В чем не знаю. Ну ладно. Потопали дальше. А, да, это я здесь в блоке повышенной безопасности. Нам здесь нужны ключи от разделочной на кухне. Они хранятся у начальника тюрьмы. Хотя начальник тюрьмы здесь так, мелкая сошка. Подставное лицо. Ну так уж, если забегать на будущее. Так, ладно. Нам нужно... В принципе, нам здесь нафиг не надо лазить сейчас. Можно спуститься. Так, ну мне кое-что интересно найти. Вот как он так ползает, а? Вот как? Под такой палочки. А, я понял, где, куда надо идти. Еще у нас есть 4 из 5 карт в данном... На данном задании, скажем так. Мы нашли старичка. О! Давай. Ух ты, тут еще один. На. Еще один. С ноги. Одновременно. Одного с ноги, другого дубиной. С первого раза. Еще кто-то бежит. Я слышал шаги. Они... Не, они за мной охотятся, а я на них охочусь. Ладно. Фиг с ними. Да, по-моему... Вот, кстати. Блок повышенной безопасности. Мы себя вели хорошо относительно. Ну, да, мы глумились над охранниками, но это не считается. Когда объявили отбой, мы пошли сюда. О, не сюда, мы пошли в клетку, куда нас повели. И там мы в ней остались, в обычном блоке. Если бы тот охранник, который за мной побежал в тот момент, если бы он меня догнал... Это у меня за плохое поведение сюда перели бы. И потом вот с этим заражением пришлось бы отсюда выбираться. Среди вот этих, и даже зомби не назвать, я не знаю, кто это такие. Пришлось бы отсюда выбираться. А это сложнее, скажем так, потому что там пробежал душевую, в трубу залез, все. Ты дошел старика, да... Дошел в трубу. А здесь далеко идти. Очень далеко. Здесь придется также наверх. Наверх успеть залезть. Пробежаться поверху. Спуститься. А потом там еще. И есть еще вариант. Не осматриваться там со всеми. Ну, мы же никуда не убегали. Где были там все в этой... В столовой, да, в столовой там. И мы там, и я там был.
Если бы я ушел оттуда до выхода этого седого мужика, который 30 зовут, охранник. Ушел бы в душевую, скажем. То все, я бы нарвался на драку. Там вот есть Тайрон такой. Он узнал, что, мол, я бывший коп. И решил порезать ножиком. Если повезет, там, кстати, в душе выпадает труба. И если повезет, эту арматуру эту вот, отвалившуюся можно взять и побить его. Если мы выживем, нас переводят в блок повышенной безопасности. Потому что мы очень опасные. Очень буйные. Если мы проиграем, нас переводят в эту... В медпункт, скажем так. Там латают. А потом в обычный блок. Ну, то есть, два варианта попасть сюда, два варианта попасть сюда. Так, ладно. Хватит болтать. Сегодня два охранника были случайно заперты в одной камере с трупом. Кто бы их запер там? Это прям интересно. Кто же их там запер? Когда мы наконец открыли дверь, один из них пырнул на нас. Пришлось его успокоить. Другой был в отключке с блевотиной по всему шлему. Какая прелесть. С головы трупа стали выползать черви. Ух ты. А, понял. Это они с этим трупом. Кто-то обрыгался при виде этого зрелища. Все выглядело будто прямиком с гребного ужастика. Но не удалось узнать, что случилось, так как до сих пор не удалось допросить ни одного из них. Мораль, никогда не забывай свою рацию. Да, они еще и без рации были. А тем двоим наплевать. Брайану этому лысому. И еще там один. Так. Ладно, нам что надо сделать? Я хочу сюда пролезть. Чего? А, во, да, я его нашел. Здорово, мужик! Душевный такой мужичок. Он, конечно, болтает много лишнего, но что-то в нем есть. В принципе, я даже знаю, что. You found five cards. And that is a nice deck you got here. Gimme, gimme. Да бери, пожалуйста. На. Now I can practice that trick. I think I owe you something, boy. I keep my promises. Он сундук с собой принес. Он всю вентиляцию знает наизусть. Дай мне то, что ты обещал. Все нормально, я чувствую юмора. See that vent with the four little bolts on the edges? All you gotta do is unscrew it. Once all four are out, the vent should just fall. And you should be able to get through. Alright. Now back to that magic trick. Ну, вот так-то не откручивается. So I put this one like that. А, ну типа карты разложи, нам карты не интересуют. Мои карты 0-5. У него пока 5 карт. Что он... Грязно очистить, вредители убить, шоколадки подобрать, а курву, ну, выкурить. Знаешь, как всегда.
do hope our paths will cross again. Thanks for bringing those cards. I'll be going soon. I'll just see you when I рано, see. Not too early, not too late. Нравится, как он говорит, не слишком рано, не слишком поздно. По-английски он прям звучит. Скоро увидимся. Ну да. Так. Кто-то там дверь ломает. Ну ладно, нам надо вообще-то не сюда. I was angry with my friend, and I told my wrath. My wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. And then I drank a bottle of scotch. A bottle of scotch. Скотч. Вот про чё, чё? Чё он имел в виду? Он будет рассказывать всякие истории, что-то какие-то, что-то типа мудрости каких-то. Вообще он просто болтун, ему скучно по вентиляции лазить. Вот он и болтает. Он, у него был рик какой-то такой же дружбан. И с ним что-то случилось. Там еще рассказывали про него. Вот теперь мы вместо Рика. Так. Так. Ключ от подстанции нас пока туда не пустят. Фонарик. Чувак, тебе помочь? Вообще пофигу, блин. На! Вообще пофигу. Так, мне нужна... Мне нужна твоя каска. Отдай мне свою каску. О, да, помню эти коробочки. Это же коробка, ключ из Slender Outland карты. Не знаю, просто эти коробки, я первый раз модельки этих коробок там увидел именно. Поэтому меткая ассоциация. Slender Outland. Не думаю, что стоит ее включать. Да ладно. Ну подумаешь, пронабежит еще 100 зомби. 100 или 200. На жесть, дубина, всех перебьем. Так. На. Ушел в западный блок, буду через 20 минут. Ну, скорее всего, уже 20 минут давно прошли, и он явно не вернется. А вообще, мы там уже были. Ключ подобрали, там была фотография его дочери, окровавленная, которая тут раньше стояла. Там мы нашли ключ от этого кабинета. Вот. Так. Там ничего нету. Просто сломаем. Последняя карта, шоколадка. Так. Квентин Пирс, начальник тюрьмы. А, да, его так зовут, я что-то забыл. Отделять личную жизнь от работы мне все труднее и труднее. Как бы я хотел поговорить с ней еще раз, чтобы попросить прощения. Мне надо выбраться отсюда. Чей была эта замечательная идея разместить офис начальника рядом с помещением из блока повышенной безопасности? Здесь просто зоопарк и днем, и ночью. Меня проинструктировали держать при себе ключи от разделочной, так как это единственный неохраняемый проход на верхний этаж. Так, чего я помню? Ага. Ключи в сейфе за... моей яхтой. Если я забуду код, то мне надо будет всего лишь присесть. Загадка. Нужно найти код от сейфа. Присели? Прочитали? Он каждый раз меняется. 85, 88. Яхта. Вот яхта его. Хотя какой-то, не знаю, на катер похоже. 8, 5, 8, 8. Открывайся. Ух ты, аптечка, нифига себе.
Если бы не было. Не помню никогда, что это. Не припомню себя птичка. Ключ от разделочки. Все готово, да? Так, все, валим отсюда. Так, надо пожрать. Что дает жратва? Эта полоска внизу у нас длинная. Это полоска выносливости. А это полоска насыщения. И чем она ниже, тем выносливость быстрее падает. При прыжках, при беге. То есть, чем мы более сыты, тем более выносливы. Мне кажется, в реальной жизни это наоборот. Когда ты отжрешь на себе брюхо, тебе с... краном не поднять. Ладно, не будем вдаваться в подробности. Можно нацепить химсвет. Пускай так. Вот сколько я смотрел прохождение Андерхилла. Блин, ну никто не использует химсвет. Никто. Почему, блин, вы не используете химсвет? Типа от него толку нет. Ну не знаю. Лазить вот в таких узких местах или по вентиляциям вообще отлично с химсветом. Фонарик не жгем бы. Мы видим, куда идти. Самое главное, нас никто не видит. На него никто не обращает внимания. Давайте закроем. От греха подальше. Так, шоколадка. То что я использую химсвет, не знаю. Так. А, здесь закрыто. Открываем. А чё у нас, кстати, здоровья так мало? Яблочки. Блин, дома яблочки. Есть еще яблочек, что ли, взять? Надо будет. Я все, блин... Стоп. А я же все карты забрал. В столе я взял у него, да? Да, все. Больше там нет карт. Во, хранили фризер. Это типа... Типа холодильник. Не очень-то и похоже. А что это такое? Там пролезть можно что-то? Скорее всего нет. Так, я здесь все собрал. Все съедобное. Остались только эти баночки. Надо выбраться отсюда. Не все так просто. Застрял в дереве. Кто бы его ни воткнул, он был очень силен. А вот и кирдык. Ну, как сказать, кирдык. Этот повар. А против него не попрешь. Он неубиваемый.
Его только вот так надо. Да не... вот это целая проблема. Заставить его ударить куда нужно. Вот эти соборные балки, вот эти надо их обрушить. Давай, разбегайся. Вот, а сейчас на всю карту пробежался. У него ключи. Вот эту дверь не откроем. Красавчик. Здорово, чувак. Молодец. Ну. Он мимо ударил. Да ударь ты в нее, блин. О, тупица. Ура! Давай, давай, давай. Мясо. Это был... в кавычках злобный Виктор. Злобный русский Виктор, во. Они, блин, любят эти буржую русских выставлять какие-то там злодеями. Вот, пожалуйста, неубиваемый русский. По национальности он русский. Виктор. А еще у него брат есть. Такой же. Но не будем об этом. Мы засунули палку каким-то образом и достали оттуда ключи. Отдай палку. Если я ее выну, то лишусь руки. Да хрен с ней с рукой, дай палку. Ай. Это называется, сил есть, ума не надо. Ну как вдарил-то. Теперь мы без оружия опять. Еще одна. Так. Ага, сюда. Кирдык! Драпаем! Бесит то, что нет палки и нет ноги. Когда нет вообще никакого оружия, нога тоже недоступна. Ногу не забить. Бред. Who the hell are you? Ты еще кто такой? Не видишь, что ли, тупица? Он заключенный. Пристрелим его. Спокойно. Он не один из них. Да ну, откуда тебе знать? Ну, он еще не набросился на нас. Посмотри на него. Разве он похож на остальных? Не похож, но ты раньше видел, как один псих ест другого? Долбанные вампиры. Хорош уже чушь про вампиров нести. Тогда один кусал другого яремную вену. Это примитивный рефлекс, чтобы быстро уложить противника. Может мне тоже примитивный рефлекс показать? Эй, успокойся. Почему бы тебе не успокоиться, Терри? Не говори мне, что мне делать. Да, это почему? Первый, Джуниор, я все еще начальник охраны. Второе, я это место лучше тебя знаю. Третье, я был на Фолкленда, когда ты еще в кровать ссался. Я знаю базу как свои пять пальцев. Я заявляю, что если мы хотим выбраться живыми, то должны работать в команде. Потому что мы на нижнем этаже пятиэтажного подземного комплекса, который не должен существовать. У вас все в порядке? Я слышу какой-то шум. Что там? Ничего, Малком, все хорошо. У нас новый друг, вот и все. О, он все еще жив? Чем у нас больше, тем лучше. Передай от меня привет, ладно? Ладно, Малком, аккуратнее там. Малком передает тебе привет. Да он слышал. Что теперь, шеф? Так, для начала давайте представимся новичку. Это Гаррон Брайан. А это младший брат Джуниор. Это Мэтью Гектор, так и компьютерный гений Бенджамин.
Короче, сдолбался читать все. As for the man over the radio, his name's Malcolm. He's also a security guard. He locked himself in the locker room on the Eastern L wing. Apparently, he's the only survivor there. Yeah, he probably ate all the others. Hey! Just ignore him, Ben. My name's Terrence. Call me Terry. We're all security guards here, but I'm the most senior. And the only one that's worked on every single floor in this place. Короче, все охранники, которые без масок, без шлема, они все союзники. Well, now that that's been taken care of, how about we focus on doing something to get out of this bloody place? Yeah, right. I don't know if you guys noticed, but the electricity is not really working well right now. Электричество перебой, да. Yeah, what's wrong with the lights? Что творится со светом? Reminds me of a military compound I worked at once. На меня в военном объекте, где как-то работал, там были разные резервные системы питания. Oh yeah, you mean the MGPS? But they're only testing it. It's not really ready for the market. Not even for the military. What compound was that that you worked on? I don't know. When you work security, you don't ask questions. Do you know anything of what's going on here? That's true. They don't tell us anything. We're just supposed to keep the bad people in, the good people out, and protect all that's in between. So run them through the MGPS. Well, it's very simple. For big facilities... Oh, sorry, Matt. It's all right. Keep going. You know more about this stuff than I do. Right, for a simple generator, the system is one big grid, and the generator fills each of the grid squares with power equally. But when one square needs more power, all the others are equally reduced, which sometimes causes low tension, or even completely cuts it off. So this is when the multi-generator comes in. Instead of creating one big grid, it creates one grid per generator, which fills all the squares the same way. The point is, all the generators work together, and if one square needs more power, only one of the multi-generators will give the missing power. And this generator is usually the biggest, but it's also the most unstable. Unstable how? Well, the reason they were still testing the system is because there's still problems. You see, the basic system works with a series of five generators, four working to create the grids, and the fifth working to fill any greater demand. The problem is, if there's more power required than the fifth generator can provide, the other four try to help, which generally overdrives all the system and causes the fifth generator to crash. So if I вот get это он таратурит. Base wants more power than it can handle. Прямо как чин на кандалаке. The generator who gives this extra power just dies. No, it doesn't just die, it reboots, but it needs to be manually activated. If I'm correct, then right now only four generators are working. That's why the lights are weak and the doors to the core are impossible to open. If we could somehow manage to activate this fifth generator, then the base would be like before and we'd be able to hightail it out of here. Right, so let's do this. Yeah! Well, no, it won't be that easy. First, we need to find out where the generators, are. You leave that to me. I know where they are. Where's that? They're underneath us. Under us? I thought we were at the top floor, man. What the? This base is bigger than we thought? Yeah, it is. The five floors we all know about are the working base. The floors below are basically sewers. And the source of the drinking water. Hold on. So, okay, right. Yeah, okay, погоди, so, погоди, right, ясно, okay. Так, ясно, так, ясно. So, how do we get there? Do we start digging from here, or what? No, you idiot. There's a proper way in. From where? From the core. So the question is, how do we get to the core with the power off? Oh my god, I'm so stupid! Я такой тупой! Я сейчас себя тоже аналогично чувствую. Alright, okay, alright, get this. The system gives power to the entire base right now, the doors included. So if we just lower the power demand, it might actually activate some of the unavailable parts. We can just cut the power to the first floor. Right. How do we do that? Well, from what I know, there's power relays on each floor. Relays? Yeah, you mean the power rooms. Yes, exactly. Okay, there's three power rooms in the south wing and two in the north wing. Guys, that means we'll have to go to each block and turn off its power relay. Won't that turn off the lights? All right, that's what we're gonna do. Ben, Terry, you stay here. You're too valuable to be at risk. Brian, you stay here to protect the place. Junior, Hector, Takeo, and the new guy, you're coming with me. We're gonna reset this place. Well, hold on. I ain't leaving without my brother. He's not going out there. Okay, Junior, you stay. But the others, let's go. Hold on, the power rooms are locked. I think I have a key around this. Hey, Baldy needs a gun. I suggest you pick up some gear. От лысого слышу! Wait, you're giving him a gun? We're not even sure we can trust him. I don't think killing us will do him any good. He needs us as much as we need him. Добрый мужик тоже оказался. Ah, here's the keys. Начальник охраны. Yeah, Matthew. This will open the power rooms, and this one will open the ammunition rooms. All right, we'll stay in touch by radio. We'll split up into groups of two.
Hector, take the new guy. You are going to take care of the south wing. I'll take care of the north wing with Takeo. We only have this radio post and two walkie-talkies. I recommend you hang on to them. Like I said, when you power down the relays, the lights will go out. Except the security lights. So remember to turn on your flashlight. And keep an eye out for batteries, too. Man, I haven't even been here a week. And everyone calls me Junior because of you. You happy? What? My name is Alex, damn it. Alex! I hate it when people call me Junior. Everybody calls you Junior. Yeah? And I hate... Stop complaining. Обожаю вот их. Нигеров этих. Братья. Так. Ботинки новые. Патрончики. Malcolm, come in. Are you there? Yeah. What was that all about? Well, we saw someone in trouble in the video feed, so Brian opened the door to help him. He wasn't injured and didn't seem to know what was going on, so we briefed him on the situation and we now have a plan. Does that plan include coming to rescue me? Of course, but for that we need to be able to open the core access doors. I told you they're not working. We already tried. Yes, we know. There's not enough power. That's why Ben here came up with something interesting. He thinks that if we go into the power rooms and turn off the power relay, it will deviate the extra power to the core doors and allow us to open them. Well, I'm no expert, but it kind of makes sense. Do you think it could work? Well, right now that's our only chance. Is there any power room near your position? Yeah. But I don't really have a torch here. And don't laugh at me, but I really don't want to go exploring a pitch black prison. You're all right, mate. Listen, we're about to shut off the power in the north and south wings. We'll let you know how it goes. As soon as we've entered the core, we're gonna need you to open the eastern core access. Sure. Just let me know when it's working. All right, you take care, Malcolm. Will do. I'll look around in those lockers for a torch. Ох, короче, нам надо отрубить питание. Полностью электричество отключить. Тогда у нас будет лишняя энергия. И у нас запустятся двери в тамбур. Как-то вот так вот. Этот ботан, блин, так тараторит, за ним фигу следишь. Да? Это не Half-Life. С красоткой Алекс. Там на нее жмешь, она болтает что-нибудь. Здесь это нифига ничего не говорит. И ты нифига не красотка. Ну и ладно. Hey, Hector. What's up, man? As soon as you guys are done down there, meet us up in the north wing. You know how big that place is. And well, by any chance we're done before you guys, we'll meet you. На Фримена похож. Alright? Sounds good, man. Take care. Alright, you too. So, what's your story? Что ты сделал? Убил жену и детей или что? Сюда не пошли ты, если не убийца. Слушай, чувак, я сам не помню, что произошло. Молчу, значит. Ладно, не обязательно со мной говорить. Мы не обязаны дружить. Просто прикрой мою жопу, я твою. Ключи от аптечек. Вот додумались аптечки позапирать, это вообще жесть. Там это с наркотой что-то связано. Поэтому поизбирали их. Ну что, пошли. Гектор к ноге. К ноге, Гектор. Открой калитку. Три подстанции. Во. О, хорошо стреляет Гектор. Ай, красавчик Гектор. Ай, молодца. Ой-ой-ой-ой. Где? Куда каска? Сзади, Гектор! Я косой. Он его прикладно просто увалил. Хороший телохранитель. Так.
Как в этой куче разобрать хоть что-нибудь? О, еще. Ты слышал? Да, я даже видел. На! Пошли. Я ничего не слышал. Ну вот, вот здесь я и сидел. О, тихо. Да не пугай. Вот я тебе хочу сказать, спокойно. Я когда еще в сон видел, нашел это место. Нашел он. I think it's related to what is going on now. I think it's like an infection, like rabies for dogs, you know? That would make sense, right? Есть ли смысл заражения? Есть ли смысл в болезни собак? Есть ли смысл иметь какой-то смысл? Батарейки. Сейчас весело будет. Да. Отключить нафиг. Whoa, shit. It's dark out there. Shh. Did you hear that? Это еще отключает замки, по-моему. Чё? А я-то думал. Вот здесь драка, кстати, в эту душу могла быть. I really don't understand. With all those security measures, how could this happen? It doesn't make any sense. У нас осталось две подстанции. Идем. Да я знаю. Roger that. Man, I really hate this place. Я тоже. Зря я сейчас сюда пошел. We have to go to the control room over there. Let's keep moving. Ну, заходи. All right, you go ahead and turn the power off. I'll crack some lights around this place. Все камеры, они бегут к вам, забаррикадируйтесь. What did he say? Did you get it? О, глухая тетеря. Holy shit. Стреляй. More of them.
Я нифига не вижу. Вижу что-то большое, я не знаю что, приготовьтесь. На! Кир, Дэйв, нужно выбраться из блока повышенной безопасности. Братан! Скоро дверь сломает нафиг. От телегектора ключи от подстанции. Блин, я забыл. Надо же ключи забрать. Вон они. Подсвечиваются. Ух ты! Еще дробовик надо забрать его. Дробовик, где дробовик, твою мать? По кругу, пошли по кругу. Я все равно возьму свой дробовик. Блин, это нежданчик был. Это был нежданчик. Мне надо забрать. О, скотина. Блин, как мне его выкрутить отсюда? Да ты только посмотри, а! Ладно. Все, я свое забрал. А теперь валим отсюда. Бинелли М3. Восадюга. Хватит тут тыкать своей палкой. Так, вот это он не пробьет. Вообще надо запереть бы дверь нафиг. Она закрытая. Ну все. Все. Зато у нас есть дробовик. Так.
Осталась одна подстанция. Одна. Где-то она здесь. Вот почему зря я туда пошел. Так что теперь я буду отбиваться один. На! С ноги! С ноги! Да я сказал с ноги! Ой, все! А че так мало-то? Не открывается. Пора идти в северное крыло. Джейк, is that you? I'm sealing off this door. Ben will open the stair gate when you're done shutting the relays off. Be careful out there. Mm-hmm. Так, они закупорили дверь. Вспоминаю, как идти. Северное крыло. Ну не через парадную же дверь. А, через парадную. Кстати, пожрать надо. Всякой фигни, яблоко, буррито, шоколадку. Сказал остальным о Гекторе, сказал, что ты сделал все, что мог, чтобы его спасти. И просто хочу, чтобы ты это знал. Будь настороже. Я всего лишь хотел, чтобы его порубили на мясо, а я хотел взять его дробовик. Все, я все, что хотел, я получил. Вообще, странно, может, действительно, вдруг я так и хотел. Я как бы так и хотел, но... Еще он сказал, что типа я сделал все, что смог. Он не видел этого? Может быть, я взял ему, по башке надавал? Отобрал дробовик, ключи? Я же типа преступник. Ну нет. Он меня защищает. Северное крыло. Здесь нас привели. Сюда. Кто-то там дверь ломает. Расписываемся. Так. А, вот эту дверь лучше закрыть. Так. Обожаю двери с ноги открывать.
Да что ж такое, блин? Откручиваем. На! Это их убивает. Что-то я открыл и теперь закрыть не могу. Самое безопасное место — вентиляция. Я не знаю много чего об этом месте и, вероятно, никогда уже не знаю. Открытия продолжаются каждый день. Сегодня я наконец-то узнал, почему у западного крыла Г такое название. Я всегда думал, что это сокращение от главного, но все гораздо тупее. Просто потому, что оно по форме как Г. Даже как две Г, одно вверх ногами поверх другого. Я ни разу не был в Южном Крыле, интересно, как там. Здесь между баскетбольной площадкой и блоком повышенной безопасности всегда шумно. Занимаемся мародерством. Так. Блин. Надо тут, наверное, исследовать все до конца. Может, там какие-нибудь карточки валяются, я уже не помню. Ну, давай, давай, давай. Вот куда ты побежал? Я же сказал, иди сюда, блин. А он убегает стал. Уже почуял чуть неладное. Так. Так, 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 так. Офисы. Тут дофига всего. Так. Ага, еще патрончики. Дальше. Ничего, патрончики на пистолет. Пистолет у нас теперь по максимуму. Так, и все. Вот тоже какая-то комнатка. Так, ладно. Ничего здесь нету нужного. Что, здесь все обошли, да? Там у нас заперто. Баскетбольная площадка. Да, она здесь заперта.
Так, ползем обратно в трубу. Ух ты! Чё-то я в какой-то засаде. Надо здесь всё исследовать. Дофига всего. Давай сюда. На. Все, нас переполнено. Значит, надо пожрать. Попить. Блин, я не помню. Надо найти код до дверей. Так, здесь действительно ничего нету. Ничего здесь нету. Поспи. Ничего здесь нету. Северное крыло. Холодильник. Так, подожди-ка. Бананчики. Бананчики, кстати, очень сытные. Да где ты там бегаешь? Задолбал. Здесь ничего нету. Ничего нету. Дальше. А, вон карта, вижу. Это запертая.
Давай, 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 давай. Ай, молодца. Банан тройной возвращает 3 единицы здоровья. Можно бинтами просто пользоваться впустую. А одну 1% возвращает. Блин, я просто не хочу карту ни одну пропустить. Скотина. Блин, уже 61 минута. Так, надо быстрее. А вот код. Сейчас, 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 сейчас. Плазма. Так. Все, у меня уже все карманы забиты добром всяким. 48-54. Сюда! Эл! А ну сюда иди! Сволочь. Jake? It's alright, everyone. Lower your weapons. He's with me. So, he's part of your little group, isn't he? Yes. As a matter of fact, he is. Another guard? Sure, Frank. Which wing did he come from? He's a recent transfer. Его недавно перевели. Ага. Из зэков перевели в охранники. Don't bother asking questions about this, Jake, hey, have you seen Чё ты меня спрашиваешь, я не мой. Listen, the plan remains the same, all right? We need to turn this power relay off so we can access the core. Oh yeah? If I'm not mistaken, that'll open every single cell door on this level. We've survived thus far by just hiding in the security rooms and getting supplies from the kitchen. We'd be containing these freaks in their cells. And now you just want us to open up everything? Зануда такой. The only way we're gonna get out of here alive is if we restart the fucking generator. And for that, we need access to the core. In order to access the core, we must deviate all the useless power by turning it off. It's that simple. I told you 10 times. I'm still not convinced, though. Hey, over here. Everyone, on me! Такой хлюпик, я не знаю, все за ним бегают. Malcolm? Начальник у них. No, wait. He's with us. Wait, how many Командир. Of you guys are out there? We're supposed to stay in our locations and wait for backup. And where did you get that order? Hey, Malcolm. It's good to see Malcolm. You. It's good to see you too. Так, карточка. Where is Terry? Hey, it's me, Matthew. Terry stays in control of the office with the radio. Did he tell you about our plan? Yes, he did. Все, больше их здесь нету. Whatever you guys are doing, it's working. I just need a little bit more power, and I bet I can get this door open. Oh, I get it, I get it. This is a trick, right? You sent one of your guys back there to try and convince me, is that it? What is he talking about? Who is this? For fuck's sake, Eric, really? Malcolm, Eric wasn't really part of our group. I just met him and his friends. They managed to stay alive by hiding and scavenging just like us. But they didn't have a radio. That's why we couldn't get in touch with them.
He didn't know everything we talked about, but now I just told him and he refuses to accept the truth. Damn it, where's Tekkyo? Yeah, your friend hasn't returned yet. Who? I came here with a partner. When I met up with Eric, I started briefing him while Tekkyo went to investigate a noise looking for survivors. Eric said there might be survivors in the offices, so he took the radio to stay in touch with Ben and Terry, while I was gonna wait for him here. Well, I do have a radio. Terry, do you copy? Yes, I hear you, Malcolm. What is it? Just met with Matthew, Eric, and, what's your name, fella? His name is Jake. And Jake, we're all gathered here. Apparently, Tekkyo went missing. Matthew here is trying to convince Eric that we need to turn off the power in that wing to access the core and get out of here. But Eric is being skeptical about it. I figured if he'd hear it from the chief of security, maybe it would change his mind. I see. Eric Roberts, is that correct? Yes, sir. Eric, my name is Terrence Mason. I'm chief of security for the penitential facility on this level, as well as general security on levels 2 and 3. This situation is critical, and we have received no orders even though we have a working radio feed. Our group has come up with a plan, but it requires your full cooperation and assistance. We need to turn off the power in as many areas as we can, so that the core can be accessed in order to... Короче, Сау нифига не хочет, заставили, попросили. Терри, дать ему приказ. Отдать. We'll provide any possible assistance. Delighted to hear that. Now, I place Matthew here in charge. Do everything he says as he says it, as I'm pretty sure he has a plan to ensure everyone's survival. Is that understood? Yes, sir. Wait, what about me? How do we open this bloody gate? If I remember correctly, I think the controls are on your side. Yeah, that room over there. I know, I checked, but it's not working. Not enough power? I don't know, but it's not working. Damn. Either way, when we access the core, we're gonna need someone in the east wing to open it up from the inside. We don't have a cipher. Wait, are you gonna leave me out here? Wait, what? We have no choice, you'll be fine. They won't be able to get through the gate, and you can actually help us. Do you have a weapon? Yes, but I don't have a lot of ammo. I mean... You'll do your best. Listen, keep that radio of yours close. We're gonna turn the power off and run like hell back to the Western L Wing. From there, we can access the core. You open up from your side and voila! Okay. Wait a minute. Wait. You're expecting us to run back into the Western L Wing? Are you insane? There's over 100 inmates in that wing. And that's not even counting the ones in isolation. We'll never make it. That's why we need to set up barricades. Round up your men. Нудит. А, ну да. Alright, everyone, listen up. We've managed to contact the chief of security. He's assured us that the plan is solid, and he's also asked me to put Matthew here in charge. So, you'll all do as he says. Is that clear? Yes, sir. Understood. They're all yours. Alright, the plan is simple. We turn the power off, and run back to the Western L Wing. We're gonna go through the offices to avoid direct confrontation from the inmates in the isolation block. I need volunteers to go and set up barricades between the offices and the isolation blocks. Also, Jake, I need you to go back to the basketball court and make sure that the gate is open. Since the automatic doors from the security transition require electricity, make sure that these doors are closed, and we will get through the laundry and figure a way to block those doors from the inside. Whenever any of you are done with your current task, make sure to look everywhere to find anything we can use to our advantage. Anything we can use as a weapon, or anything we can use to delay. Check the offices, the cafeteria, everything. You got it. Alright, you know what to do. When you're all done, let's meet up here and flip the switch. Good luck. Контрольная точка. А, ну все. Это, значит, конечная. Дальше я пока не пойду. Итак, уже 70 минут пишем. Счастливо.